Она отметила, что в эпидемиологический период особенно осторожными следует быть людям, страдающим бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сосудистыми патологиями. Хотелось бы отметить, что многое зависит от самих людей. Если в период, который известен как эпидемия гриппа, появились первые признаки респираторного заболевания, ни в коем случае нельзя ждать и заниматься самолечением. Нужно обратиться к врачам, цитирует главу Минздрава Интерфакс. Кроме того, медики советуют избегать мест массового скопления людей и по возможности носить маски. О мерах профилактики гриппа на территории нашего города мы узнали у главного государственного санитарного врача Светланы Медведевой. Грипп у нас – это острая вирусная инфекция. Она является высококонтагиозным заболеванием, то есть очень сильно распространяется среди населения. Сейчас регистрируется несколько типов гриппа – А, Б и С подразделяется грипп на данные вирусы. Значит, мы регистрируем в основном все вот 25, которых мы на сегодняшний день зарегистрировали. Это грипп тип А, H1N1, швайн, свиной грипп. Мы его знаем с 2009 года, уже 6 лет. Вакцины разработаны и прививки проводились с учетом этого вируса гриппа. И в вакцине присутствовал необходимый компонент против этого вируса. То есть, если ребенок или привитой взрослый заболеет, то, надеюсь, что осложнений у него не будет. Действительно, вот ребенок с Темрюка, он и привит, но тем не менее заболел, видимо, попал в тесный контакт с больным, находясь в больнице краевой. Но тем не менее грипп прошел спокойно, без каких-либо осложнений. ОРВИ и грипп у нас опасны осложнениями. Осложнения возникают в основном, когда соединяется бактериальная какая-либо этиология и развивается пневмония, отиты или другие какие заболевания. В настоящий период прививки проводить уже поздно, поэтому я обращаю внимание только на руководителей населения, хозяйствующих субъектов на следующий уже сезон в сентябре-октябре. Проведите прививки своим сотрудникам, не пожалейте 300 рублей и сделайте вакцинацию. А на сегодняшний день основные меры – это меры личной профилактики и меры общественной гигиены. Первое, что это ограничение различных посещений мест общих, так сказать, зрелищных, стадионы, кинотеатры, какие-либо другие, где большое скопление людей. Могут быть и больные в том числе. Даже после выздоровления определенного может быть выделение гриппа. Хоть не так активно, как в первые 3-4 дня вируса, однако может быть. Это первое мероприятие. Второе мероприятие – правила личной гигиены обязательно. У нас входные ворота при ОРВИ и гриппе – это ротоглотка. То есть обязательно моем руки с мылом, потому что идет капельки слюны, попадают на какие-то поручни в общественном транспорте, в маршрутке, в автобусе, в поезде, в самолете, на автовокзале или где угодно, в магазине, в торговом центре, в кинотеатре. Все, что вы коснетесь, может содержать и бактерии, и вирусы. Поэтому обязательно мытье рук двукратно с мылом, с дезинфицирующим средством. Мыло содержит щелочь, оно убьет уже вирус гриппа. Обязательно, значит, промывание ротоглотки, носовые ходы, полоскание горлышка обычным солевым раствором, который вытянет слизь, а слизь у нас задерживает первично и вирусы, и бактерии. Полоскание, элементарно эти меры горла и носовых ходов солевым раствором обезопасят вас на определенное время. После посещения различных мест общих обязательно, придя домой, проведите эти процедуры.